Добрый день, дорогие друзья! Вот, наконец, и добрались мы до защищенной фотокамеры Casio XLM-G модели X-G1. Вот так выглядит упаковка. Картонная, нарочито грубая, необычной формы. А в комплекте есть, кстати, часы Casio G-Shock. По крайней мере, для России это актуально. Там недорогая модель, но она есть. Так, ну здесь у нас типичный набор бумажек всяких разных. Про это я расскажу чуть позже. Кабель для подключения к телевизору. Кабель для подключения к компьютеру. Простой ремешок на руку. Вот также блок питания. Ну, в общем, все довольно типично. Ничего особого в комплекте нет. Сама камера, вот она, и первое, что я вам хочу сказать, это, конечно, размер. Я ожидал увидеть гораздо большую вещь, вот, а здесь маленькая такая штучка, аккуратненькая, приятненькая, металлическая, вот, плюс в фирменном стиле. Одна из самых тонких защищенных камер, ну вот, для сравнения я могу вам показать Sony HX5, это не защищенная модель, но все-таки тоже мыльница. Вот, можете сравнить размеры сами, самостоятельно. По дизайну, естественно, XLM-G, поскольку относится к защищенной серии, имеет очень много общего с часами. А, наверное, здесь обыгрывали циферблат. Вот, плюс фирменные цвета, такой ярко-кроваво-красный. Есть модель еще в темно-сером цвете, но мне вот показалось, что красный будет поинтересней. Много фирменных любопытных черт здесь есть, много есть фишек, как то, например, чтобы открыть вот отсек для карты памяти и для того, чтобы подключить ее по USB, нужно повернуть вот здесь вот кольцо. Вот эта металлическая заглушка откидывается. Карточки используются microSD, кстати говоря. Разъем, ну, необычный, одна из вариаций microUSB. Защелкиваем. Вот здесь находится отсек для батареи. Батарейка маленькая. Вот, собственно, срабатывает не всегда. То есть ее нужно отвести в сторону. Крышка выпадает, но чаще приходится ее подцеплять зубочисткой. Сейчас не буду этим заниматься. Как можно заметить, здесь нет рычажка зумирования. Вот, это сделали специально, чтобы вы в кармане легко ее могли достать, она у вас ни за что не цеплялась. Зум находится вот здесь. Вот, соответственно, приближение, удаление. А джойстик любопытно оформленный. Это паз для крепления ремешка. Кнопка меню. Кнопка Best Shot. То есть здесь выбор режима авто, Best Shot, динамическое фото. Интервальная видеосъемка. Видеосъемка не очень хорошая, не в HD. Вот основное все-таки предназначение — это фотография для данной камеры. Под водой. Под водой до 3 метров камера может работать. Вот, помимо того, что она пыль, влага и удара защищенная. Ну, в общем, металлическая конструкция, внутри гелевая подложка. В общем, много чего здесь есть такого интересного. Пляж. Тоже специальный режим. Снег для сноубордистов, дети, спорт, животные, цветы, закат, ночной сюжет, ночной портрет, салют, блюдо. Это макросъемка неплохая, мультидвижение, когда в одном кадре объединяется несколько, ну, в общем, тоже интересная функция. Тра-та-та, съемка для YouTube не очень хороша, ну, в общем, наверное, и все. Отдельная кнопка для просмотра, здесь вот есть какие-то видео, ну, вернее, какое-то фото уже. Кнопка включения. Как можно видеть, она такая ребристая. Ну, это, в общем, тоже фирменная черта, скажем, чтобы лишний раз подчеркнуть особенности этой камеры. В автоматическом режиме снимает неплохо, довольно быстро. Вот здесь с этим все хорошо. Давайте же мы посмотрим с вами, что вот это такие за таинственные вещи. Эти таинственные вещи являются амортизаторами. Их можно крепить к камере. Вот, собственно,
Вот они. Сделаны они из пластика твердого. Вот как это выглядит. Ну, вот такая вот штука. Можно прикрепить ее, допустим, по-моему, вот так вот, что ли, или как-то там, надо в инструкции посмотреть. Ну, в общем, для большей защиты, условно говоря. Вот, не будем сейчас этим заниматься. Такая возможность есть. Вот, на мой взгляд, это уже все-таки излишняя тема, потому что и так камера... А, ну, здесь вот есть шурупчики, все, что нужно. А мне кажется, это уже излишне, потому что камера и так, мягко говоря, неплохо защищена от каких-то проявлений внешней среды, начиная от простой пыли или песка, заканчивая водой. Вот, ну и о воде, поскольку каждую защищенную камеру начали мы с Sony, продолжим мы и тут, то давайте мы посмотрим, как она у нас будет погружаться. Вот я уже вчера проверял. Ну вот, собственно, камера находится под водой. Плохая московская холодная вода. Включим ее. Ну вот, собственно, работает. Можем сфотографировать себя любимого. Вот, пожалуйста. То есть здесь для отдыха, конечно, очень хорошее решение. И в этом году мы видим настоящий рассвет защищенных камер. Такая есть у Sony, есть у Panasonic, есть у Olympus, теперь вот есть еще и у Casio. Вот. И в плане какой-либо, ну скажем так, имиджевости или привлекательности, вот это решение, например, меня задевает больше всего, как любителя G-Shock. Вот, потому что уж больно хорошо эта штука сделана, и уж больно хороший материал. Вот, то есть металл, она маленькая, она легко помещается в карман, быстро работает, навел, снял, плюс защищена от различных невзгод. Вот. Ну, гаджет, и, как показывает практика, расчет на то, что люди будут покупать ее из-за дизайна, защищенности и других, может быть, не самых важных для фотокамеры черт, он оправдывается, потому что продается G1 очень даже хорошо. Вот, наверное, на этом позвольте закончить. Более подробно поговорим про нее в обзоре. Я думаю, что на майские праздники возьму ее с собой в путешествие. Вот, и тогда уже покажу вам побольше фоток, побольше видео и расскажу о каких-то особенностях использования.